Так. Это у нас что? Это у нас 28 апреля 2020 год, Харьков. 19:58 по Киеву. 28 вроде 28, даже апреля. Конечно, с этими карантинами теряешься уже. Ай, как хорошо получается. Вот это облака. Ну, ребят, блин, что ж ты сделаешь? Хоть ветер стих. Вообще вышел Венеру снимать, но Венера вообще за мрачным облаком. Так, это ручные настройки. Блин, красиво как. Ты посмотри на рельеф, она как все выглядит. Ёлки-моталки. Я на таких настройках еще не снимал Луну, только Венеру пытался. А Луна у нас... рождается, да? Как там? Если палочку можно добавить, чтобы получилось буква Р, получается рождается. Да, ну это мрак. Ужас, ужас. Погодка нам благопрепятствует. Ну... уже что-то сняли. Ладно, жаловаться. Ты уже соскучился по съемкам. Тут дождь, то ветрюган лютый. А сейчас учти. Не знаю. По крайней мере, то, что я вижу на маленьком этом экранчике фотоаппарата, выглядит очень неплохо, резко. Без претензий. А жалко, Венеры не видно. Как раз за облаком. Да, бабуль. Я снимаю, но говори, что ты хотел. А что ж ты смотришь? А у тебя облака, наверное, не, у тебя нормально, да, облаков нет. Но очень чисто, вот же скотство. А у меня как раз вот налезает туча такая, Венера уже закрыла полностью. Да вижу. Ну а что, красный? Какой красный? Так у тебя облачно или не облачно? Ну видишь, тут не подфартило, тут 10 километров разницы уже может быть. Чистое небо. И не, ну, понимаешь, ну ж бывает. Да. Зараза. Ну, мне сейчас прям придется выключать камеру, потому что никакого смысла нет снимать при таких. Оно как раз только находит, ты понимаешь? Вот прямо сейчас вот справа экрана я сейчас снимаю, там Венера за этим облаком. И серпик такой аккуратненький был, хорошенький. И не успел я даже. Венера, да. Ну ладно, подожди. Венеровский серпик, не лунный, рядом с... Да. Так, ладно.